всегда будет моим большим сожалением, сейчас объясню, каким это мое было желание с ним пришло поработать, которое, в общем-то, не воплотится больше никогда. Мы решили исполнить тоже духовные стихи, парочку, и Дима согласился нам в этом помочь. Мы пока как бы без названия, у нас есть свои проекты, но этот ансамбль сейчас названия не имеет. В общем, Лена, Алиса, Рита и Лена Валерьевна. Аминь.
еще?